Всем добрый день подписчикам компании «Уральская усадьба» и нашего канала. Сегодня будет фильм про выставку. Такая у нас большая выставка. Стоит качель садовая, капитальная. Вот такие мы делаем скамейки. Красивые очень. Здесь у нас офис. И начнем. Вот теплица у нас. Усадьба «Люкс». Она предназначена для покрытия монолитным поликарбонатом, стеклом. Стекло соединяется у нас база-крышка-профиль. Очень красивая теплица, мощная. Арки в виде ферм. Покраска полимерно-порошковая. Форточные блоки можно установить. Двери, форточки. И поликарбонатом также покрыть. Ширина у нее 3 метра. Высота стен 1,80 м. В коньке 2,5 м. Такая красивая теплица. Следующая теплица у нас стоит. Уральская VIP. Готическая форма. Высота у нее в коньке 2,60 м. Стенки прямые 1,65 м. Арки у нее изготовлены в виде ферм. Как мы видим. Мощная арка, тоже все полимерно-порошковая покраска. Следующая у нас стоит теплица павильон. Вот такая, у нее высота 2,40 м. Фрамугу можно врезать, если в каплевидной форме идут коньковые форточки, форточный блок называется, то тут фрамуга. Дальше идем, у нас стоят каплевидные теплицы. Первая идет 2,5 м шириной. И потом у нас идет 3 метра шириной. Они пошире чуть-чуть. Капелька VIP. У нее арка в виде фермы. Из трубы 20 на 40. Торцы тоже идут из трубы 20 на 40. Также есть еще варианты. Из трубы просто 20 на 40 с усилителем. И из трубы 20 на 20. Все прочные. Снег на них не задерживается. Качественная полимерно-порошковая покраска. Форточные блоки также врезаются в конек для проветривания. Сварка идет полностью, если мы обратим внимание, по кругу. Полуавтоматом. Покрытие поликарбонат на выбор. Карбоглаз, Актуаль Био, Новатра, Селекс Премиум. Также в каплевидной вот можно врезать вот такую форточку, боковая называется. Шпингалет для защелкивания на зиму. Вот так, для фиксации. Цепочки для фиксации. Такая мощная. Конек идет, самый огромный плюс, двойной. Сначала конек, потом второй конек. Поликарбонат, конек сверху еще один. Два конька. Болты 7-8. Такая вот теплица. Следующая теплица у нас витарочной формы. Их у нас 4 вида. То есть первая арка идет из трубы 20 на 20 с усилителем. Вторая крепыш, так называемый, 20 на 40. Третья арка в виде фермы. Фермер называется теплица 20 на 20. И третья самая усиленная, фермер VIP 20 на 20 плюс 20 на 40. Торцы также ставятся из 20 на 40. Здесь ставится вот такая фрамуга. Можно поставить ее с ручным приводом, можно с автоматами. Вот сейчас вот жарко в теплице, автоматы открыты. Также на двери можно установить термопривод ДВ дверной. Сейчас тоже здесь тепло, он открылся. Форточка открыта. Такая теплица. Мощная. Также можно поставить боковые форточки, цельную дверь и боковые форточки. Рядки высотой 200,
длина и ширина не ограничены. Также у нас есть система подвязки такая из трубы, можно даже на ней подтягиваться. Если трос, он со временем вытягивается, то с трубой, сами понимаете, ничего не будет. Вот. Хоть что подвязывать к ней можно. Такая мощная система подвязки. Двери бывают как цельные вот такие вот, так и разрезная дверь с форточкой. Теплица дачник 3М. Стены в ней 1,50 м. Такая форма, даже форточный блок. Такая форма. Если мы вовнутрь зайдем, видим. У нас тут все растет, цветет. Боковая связь из уголка идет зацинкованного. Арки даже усиленные. И теплица мощная. Все полимерно-порошковая покраска, краска. Двери на выбор. Также есть двери еще двухстворчатые. Как мы видим, две половинки. В основном ставят на перегородке или у кого места мало, потому что распах 900. Или дверь купе. Такая дверь купе. Вот так мы сейчас ее откроем. Так она разъезжается. Вот так вот получается вот такой проем. Теплица усадьба. Она идет трехскатная. Изготовлена из уголка 50 на 50. В ней мы сделали наш мини-огород с помидорами и огурцами. Также можно на теплицу установить пластиковую дверь, сэндвич, стеклопакет, поворотно-откидную замком, теплую на зиму. Также автоматы стоят. Такая вот. Также она красится тропиканка, в любой цвет можно покрасить. Будет красивая теплица. Следующая теплица у нас Meatlider 3M. Его отличие от всех, он арочной формы, но у него одна сторона выше, другая ниже. Для проветривания. Такая фрамуга стоит на всю длину 2 метра. Если четная. Она закрывается. Можно поставить автоматическое проветривание, автоматы. Все тоже в полимеры, усилители. Это ручная у нас фиксация. Так вот. Если нечетная, то форточка идет метровая. То есть, например, если 5-метровая теплица, то две фрамуги по 2 метра и одна фрамуга метровая. Форма. Летний душ вот такой высокий есть, 3-метровый. Он предназначен для установки. Можно поставить поддон душу внизу, трапик, шторка. И закрылись. Бак 110, 150, 200 и 250 литров баки. С подогревом и без. Стоечка душевая, мыльницы, крючки. Есть также пониже. Это уже идет такой пониже. Он 2,60 высотой. Или без крыши, без парника. То есть вариантов очень много. Можно скомплектовать по любым требованиям.
мы сделали видеообзор нашей выставки. Не весь, конечно. Еще много очень теплиц, которые не выставлены здесь. Всем до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Палец вверх. Всем пока-пока. Уральская усадьба. Thank you.